Здесь ребятам рассказывают о самых различных профессиях. В экспоцентре свои стенды представили все вузы и СУЗы края. Тут же студенты университетов и техникумов представляют свои разработки в науке, медицине, робототехнике и сельском хозяйстве. Ознакомился с ними и глава региона. У стенда главного аграрного вуза Кубани развернулся чуть ли не целый птичий двор. Это для наглядности результатов исследования, пояснили Вениамину Кондратьеву. Мы демонстрируем исследование, которое позволяет увеличить выход мяса птицы в 1,5 раза. Но столкнулись с такими проблемами, что оборудование для фиксации пищевого поведения птицы отсутствует. Мы, конечно, аграрный регион. И вот все, что вы разрабатываете, очень важно, чтобы было притворено в жизнь. Вот разработка ради разработки не нужна. Важно еще те, кто в вас поверит. Надо говорить сегодня, что в первую очередь вас должен поверить бизнес. Тот реальный сегмент экономики, который заинтересован в том, чтобы иметь новые технологии. А вот юные кровельщики на форум привезли свои эскизы крыш, дизайн которых впечатляет, отметил Кондратьев и добавил, за будущее этих ребят можно быть спокойными. Олег, в жизни для человека принципиально важно, что покушать, и чтобы была крыша над головой. Вот вторым очень важным для человека в жизни ты займешься. Поверь, не проиграешь. Давай, удачи себе. За чашкой чая молодые ученые рассказали губернатору края о своих достижениях и о проблемах, с которыми приходится сталкиваться. Нехватка в библиотеках нужной литературы, трудности с реализацией проектов. Все эти вопросы непременно должны найти свои решения, уверен Кондратьев, и предлагает встречаться уже в более официальном формате вместе с полным составом вице-губернаторов.